Иностранным студентам СОГМА рассказали об экстремизме и терроризме. Разъяснили нормы законодательства, которые устанавливают ответственность за разжигание расовой и религиозной розни. Организатор управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Владикавказа. На встрече присутствовали представители Министерства по национальной политике, внешним связям республики, МВД, Православной церкви, Духовного управления, мусульман и общественные организации. Сейчас в СОГМА обучаются более 500 студентов из 30 стран мира. Чтобы студенты в дальнейшем во время пребывания на территории Российской Федерации не нарушали законодательство Российской Федерации в области терроризма и экстремизма и в дальнейшем не несли ответственность за это. Эти встречи объединяют абсолютно всех иностранных студентов, но при этом Академия во главе с ректором нашей Академии Олегом Валерьевичем Ремезовым работает над тем, что все абсолютно студенты, они живут как одна семья.